Новогодний прием одаренных детей – мероприятие, которое можно смело называть доброй традицией областного центра Брещины. Уже не первый год мэр города Александр Рогачук лично поздравляет ребят, их учителей и родителей с наступающими праздниками. Дорогие ребята, я очень рад, что вы в этом зале, я очень горжусь вами. Я очень рад, что вместе с вами есть родители, педагоги. Особые слова признательности, конечно, родителям. Все-таки большая часть, наверное, вложена в вас со стороны вашей семьи. Ну а то, что, конечно, наши школы, уровень образования, наши учебные заведения городские способствуют раскрытию ваших талантов, это очевидно. Ну а городская власть всегда будет стараться создавать необходимые условия, чтобы такие таланты, как вы, раскрывались именно в нашем городе. Праздник без подарка не праздник, и без сладких угощений не остался ни один участник мероприятия. Школьники, которые в учебе, спорте или творчестве отличились особенно, были награждены еще и специальными сертификатами. И таких талантливых и увлеченных ребят в городе над Бугом немало. Есть с кем гордиться и кого чествовать. Очень хорошо, что вот такой прием одаренных детей стал уже традицией. В преддверии Нового года у нас собираются в горосполкоме в овальном зале около 300 представителей самой одаренной части наших учащихся. Это и победители республиканских, областных олимпиад, творческие личности, которые проявили себя в искусстве. Это наши деловые партнеры, люди, которые занимают такую активную общественную позицию, являются лидерами. Сами юные герои вечера признаются, что принимать участие в таком приеме, хоть и приятно, но очень волнительно. Когда тебя называют, это так волнительно, и ты идешь с дрожащими коленками, и мэр тебе жмет руку, это очень такое чувство классное. И неожиданно то, что у нас мэр очень общительный. На самом деле он, ну вот, спокойно мог с нами поговорить, нам задавал вопросы, и мы с удовольствием на них отвечали. К слову, подобные мероприятия дают еще и дополнительный стимул к развитию, хотя и уже покоренных вершин у ребят, как правило, немало. Я люблю всю окружающую нас природу, весь мир, занимаюсь музыкой, окончила музыкальную школу, и сейчас на любительском уровне занимаюсь музыкой. Пишу стихотворения, приехала 14 декабря с вручения республиканской премии «Таланты Беларуси» в номинации «Молодые таланты Беларуси. Стихи и проза до 18 лет». От Союза писателей Беларуси и организации «Билбренд». В прошлом году получила областную премию имени Колесника на Нунинецкой осени. Неоднократно печаталась в газетах «Народная трибуна», «Заря», «Брестский вестник». Интересуюсь живописью. Теплые слова поздравлений в этот вечер звучали в адрес тех, кто вносит огромный вклад в дело воспитания подрастающего поколения, родителей и учителей. Ведь от их усилий зависит не только гармоничное формирование каждой отдельной личности. Именно эти юноши и девушки сегодня просто школьники, через определенный промежуток времени вполне возможно будут определять будущее города, области и страны. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.